Всем привет! Сегодня поделюсь очень вкусным рецептом жареных карасей. Такой вкусной рыбы, как готовит мой папа, я не пробовала даже в ресторане. И, кстати, если вы не едите речную рыбу из-за большого количества костей, то этот рецепт вам точно понравится, потому что костей в карасе по этому рецепту вы не почувствуете, я вам обещаю. Сочетание сладковатого сочного карася с хрустящей румяной корочкой – это просто бомба! У нас есть два карасика, его уже почистили, выпотрошили, обезглавили и помыли. Чтобы в готовой рыбке не чувствовались косточки, необходимо сделать вот такие надрезы острым ножом, доходя до хребта, по спинке и по хвостику. Расстояние между надрезами 0,5 сантиметра. В сковородку наливаем достаточное количество растительного масла, толщина слоя примерно 0,5 сантиметра, и обваливаем хорошо рыбку в смеси ржаной муки и крупной соли. Затем рыбку отправляем на сковородку, на сильном огне будем обжаривать до румяной корочки. Когда обжариваем с первой стороны, сковородку можно прикрыть крышкой, чтобы не стреляло масло. Обжариваем рыбку до золотистого цвета примерно 4-5 минут с каждой стороны на сильном огне. Затем огонь ставим ниже среднего и выдерживаем рыбку на сковороде еще 10-12 минут. Один разочек можно ее перевернуть. И посмотрите, какая красота в итоге получилась. Золотистая хрустящая корочка, а внутри сочное сладковатое мясо карася. А самое главное, косточки в спинке не чувствуются. Обязательно попробуйте приготовить такую рыбку, а в комментариях напишите, понравилось вам или нет. Ну а если вам понравился этот рецепт и этот способ, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Желаю вам приятного аппетита, готовьте с удовольствием и будьте здоровы! До новых вкусных встреч!